Еще раз здравствуйте, друзья. У нас уже 9 с копейками. Погодка вроде как выровнялась. Дождя нет. Давайте глянем, что у нас вообще на рынке происходит. Ритона машинка. Железо. Друзья, это не обзор барахолки. Обзор там что-то наснимал. Завтра будет. Это так, посмотреть, чем люди занимаются. Как мы живем. Видите, лужи, продавцов мало. Так, на самом деле скучно. Вот некоторые только приходят. Какая ваза? 700 гривен, кстати, стоит. Это разнобой товар, разношерстный максимально. Тут и косуха, там еще что-то может быть, сумки там. Обстановка более-менее спокойная, по-моему, даже не гудело сегодня ничего с ночи. Кто-то что-то роется, что-то происходит. Еще вот такое, как клуб по интересам. Ревога старенькая катуха. Ой. А почем такое? 700. Можно и так стоять, и так. Откуда побежит? А если катушка отдельно? Или не продается? 600. 600. Да, я знаю, Ryobi старенькая, в металлическом корпусе. Да, не под шнур эти катушки, не сильно предназначены. Желательно леска под них. Не, ну, я вам купил шнур. Понял. Не мотают. Ну, а еще, в принципе, только люди некоторые подтягиваются. Здесь острова, реки. Эти люди, барахолка, это не просто такой какой-то рынок, это еще клуб по интересам. Здесь людям действительно интересно прийти, пообщаться, похвастаться чем-то, еще что-то. Здесь парня добра. Здесь сегодня пустует, все-таки погодка принесла свои коррективы. Здесь мусор таки не вывезли, никому оно не надо, и скидывали. Еще удочка ломаная. Вот, стой.
Торг как идет. Обувь, одежда. Очень-очень, друзья, ходовой товар. Там что-то меряют. Это такая тема. Велосипеды, мяч, Раша. Суки. О. Труп очень засунули еще. Эти уже резиновым женщинам еще и трубки в рот засунули, цветы. В общем, все как положено. Ой, анекдот. Ніяк не продадуться. Чи він нові їх находить? Чи... Білу забрали, блондин. Я так я бачу, була одна біла негра оставила. А тепер, блядь, принесли йому ще одну. Що дає, да? Да, це, звісно. Маніатура, блядь, на туди. Маніак ще той. Ну, якщо здоров'я дозволяє, що ти зробиш? Я що, продавати тебе, а так нав'язую. Не нужно вже использовання, видите, історія тих женщин. Ми зараз дійдемо. Ну, в общем, друзі, так. Такая обстановка на барахолке. Так мы и живем. По крайней мере, те, у кого хобби как-то связано с коллекционированием и с тем подобными вещами. Эти медали, я вас вітаю. Аналогічно. У вас сколько видных людей? Никола Тесла, Николай Второй. Не, я третий. Николай Второй это Отель. А я третий. Сколько такой собак? Бедашку, что тебе? Друзья, надеюсь, день для нас всех пройдет хорошо, плодотворно. Всем добра. Ну а я погнал дальше. Будем что-то делать, полезное или бесполезное, или как пойдет. На момент записи видео у нас вроде как все ровно. А, там, кстати, спрашивали в ТикТок мангалы шампура. Сейчас покажу. Память вроде в телефоне еще не закончилась. Сейчас, друзья. По закоулочкам. По закоулочкам. И дойдем. Здесь у нас парень бизнес держит, видите, и с ручками, и без ручек, все что хотите, мангалы и нержавейки, и без нержавейки, и такие, и складные, так что кто там интересовался, все это дело есть. Кстати, грабли всякая железная. Такие дела. О, цветов натарили. Это, видите, гоняют, запрещают, но все равно продают. Все, всем пока, до нового выхода на связь.